Тихо! Живо! Культура бытовая! Еще уже скажу! Культура отношения женщин! На Кавказе, если мужчина, парень познакомился с девушкой, все, он считает, что это его девушка. Никто не имеет права пригласить ее танцевать в клубе, в ресторане. Никто не имеет права заигрывать, шутить, разговаривать. Это их обычай. Да, горы Каула, парень не вступает ни в какие отношения с девушкой до брака. И она, ради бога, хорошая обычай. Наблюдай, но в Москве и в русских городах, в ночных клубах, на танцах, люди, молодежь русская, шутит же. Из 10 слов 8 это шутка. Если Ваня Агафонов играл этой машинке, и машинка уперлась в обувь этой девушки Аллы, и он увидел ее и сказал, давай, покатаемся на машинке, поехали со мной.